Всем привет! Сегодня мы готовим с помощью кухонной машины Kenwood Chef пирожное шу. Но не просто пирожное, а в виде черепашки. Берем муку, добавляем сахар, какао и масло добавляем в чашу. С помощью насадки кавитер, которая предназначена именно для смешивания, все тщательно перемешаем. У каждой кухонной машины Kenwood есть дополнительное окошко. Всегда можете добавить необходимые ингредиенты. Основа для нашего крокелина готова. Убираем мы эту массу в холодильник буквально на час, а в это время приступим к приготовлению заварного теста. Молоко и воду отправляем в сотейник. К жидкости добавляем сливочное масло. Добавим щепотку сахара, щепотку соли и ждем, когда полностью растворится наше масло и доведем эту смесь до кипения. Ну что, наша жидкость закипает, добавляем к ней муку. Нам нужно добавить сразу всю муку. Смотрите, нам нужно все активно перемешивать и дождаться, когда вся масса соберется в единое целое. Тесто наше практически готово. Буквально еще несколько секунд отправляем все в чашу кухонной машины Kenwood. И с помощью насадки кавитер начинаем тщательно все перемешивать. Постепенно вводим яичную массу. Наше тесто готово. Перекладываем все в кондитерский мешок и приступаем к выпечке. Из большого кондитерского мешка у нас будет туловище, а из маленького – ножки. Панцирь мы будем делать из нашего крокелина. Мы предварительно его раскатали в пласт и убрали в морозильную камеру. Вырезаем небольшие кружочки и теперь будем накладывать панцирь для наших черепашек. Наших готовых черепашек отправляем в духовку, заранее разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. В то время, пока пекутся наши черепашки, мы приступим к приготовлению нашей начинки. Нам понадобится 50 грамм сахара. Закрываем, присоединяем к кухонной машине и буквально за считанные секунды получим сахарную пудру. А вот и готово. Снимаем наш нож. Обратите внимание, какая мелкая однородная консистенция. А в это время приступим к приготовлению соуса из черники. Присоединяем и буквально несколько секунд. Все, приготовили наш соус. Снимаем и начинаем готовить наш крем. Творожный сыр добавляем в чашу. Сливки и сахарную пудру. С невысоких оборотов начинаем слегка перемешивать и потом будем взбивать. После этого постепенно добавляем наш черничный соус. Все, и всю эту массу взбиваем. Ну что, все, наш соус готов. Смотрите, какой красивый цвет получается. Теперь все перекладываем в кондитерский мешок и начиняем наших черепашек. Осталось наших черепашек переложить в красивое блюдо. И можно приступать пить чай. Нам не все равно.